Я буду тебя ждать на полуфинале Кубка. Приходи. Пока. В принципе, получили по ходу турнира информацию по поводу состояния наших игроков, особенно ближайшего резерва. Посмотрели во многих ситуациях. Командами Суперлиги, с командами Высшей Лиги, где могли что-то попробовать где-то. Сейчас будем это все анализировать, обрабатывать и исправлять эти ошибки. Слава Богу, что у нас без там, травмы и прочего такого неприятных ситуаций. Девчонки выдержали. Молодцы. Сейчас будет пару дней выходных, и будем готовиться уже к началу чемпионата России. После спартакиады пока еще тяжеловато, потому что тогда было 8 игр, в которых я в 7 играла, и сейчас 4 подряд. Ну, немножко состояние физическое... Ну, подустала немного, и поэтому ничего, будем возвращать в норму дальше. Нет, мы сыгрываемся потихоньку. Не знаю, как вам, мне кажется, прогресс уже виден, поэтому дальше только лучше, уверенно, будет. Конечно, сказывается отсутствие сборников, потому что ну, эти люди стояли в составе, они наигрывались там, 1.5-2 месяца, мы отрабатывали взаимодействие, но как бы, люди, которые выходят взамен, не должны портить картины, и наоборот, должны усилять. Поэтому с наших молодых, кто выходил на замену, кто проводил этот турнир в основе, спрос как, такой же, как и со сборника. Средний, наверное. Я думаю, тренеру лучше оценить будет. Как по моим показателям, так не очень хорошо, потому что матч с Протоном провели плохо. Вот. Сегодня с Уфой, ну, как бы, это команда высшей лиги, ну, должны были играть лучше. Вот. Думаю, что к чемпионату мы будем готовиться намного серьезней и сильнее.